Петербургский метрополитен вводит новый единый проездной. Обещано, что он позволит владельцам даже экономить. Петербургский метрополитен выпускает новый единый проездной – карта города. Он, по задумке перевозчика, заставит автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Во-первых, он позволяет оплачивать поездки с экономией в 15%. Во-вторых, проездной оплачивает перехватывающие парковки. И кроме того, карта дает возможность получить скидки в магазинах, участвующих в программе.